Перспективы развития. Батарейки, на которых летают трансатлантические лайнеры. Суперпокрытия, поглощающие даже самую сильную радиацию. Или умные таблетки, которые могут сами бороться с болезнями. В Манеже специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» проводят серию лекций. Диалоги о науке проходят на выставке «Россия, устремленная в будущее». Очередной урок физики посвятили методам исследования вещества. В Курчатовском институте используют самые современные технологии. По частице материала можно полностью узнать его характеристики и свойства. Лекции сотрудников института привлекают все больше слушателей. О том, какую цель преследует цикл публичных лекций, руководитель экспериментальной станции на Курчатовском источнике синхротронного излучения рассказал Роман Святогоров. Познакомить, во-первых, людей с наукой, во-вторых, заинтересовать молодых людей. Потому что, как ни крути, в науке всегда был недобор молодых кадров и, наверное, всегда будет. Поэтому мы должны делать все, чтобы молодые люди в науку шли. И вот именно с помощью вот таких вот дискуссий, рассказов про методы, про современное состояние, как бы промышленности, науки и так далее, мы пытаемся заинтересовать молодых людей.